Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». И у меня 31 тысяча голды, поэтому, ребятушки, будем сегодня апаться. И начнем с пожарника. У него 14 уровень, нам нужно еще поднять ему один левел, чтобы он стал 15-м. Ух, елки-палки, сколько денег нужно отдать, жалко. Ну, ничего с этим не поделаешь. Все, отлично. Ну что же, а теперь, я думаю, настало время и для Глена. Да, вы писали, что давай Глена, вот, будем его потихонечку апать. Так, сколько у нас еще там? Кровь, по-моему, последняя, ребята, да, у нас? Жаль, очень жаль. Он получает у меня 10 уровень. Черт подери. Так, давай-ка посмотрим, может быть, у нас есть сундучки? А ну-ка. Ага, отлично, 8 сундуков, это то, что нам нужно. Консерва. Это уже замечательно, ребят. Так, давайте смотреть дальше, что нам выпадет. Еще консервы, еще даже две. Так, уже потенциально, ребята, мы с вами насобирали на пакетик донорской крови. Еще две консервы, вообще шикарно. Ну, может быть, нам фартанет? Блин, не то. Не то, что нужно выпало, ну да ладно. Так, шоколадка это тоже, в принципе, неплохо. Это у нас на удачу, нам газировку нужно будет с вами сделать. Так, и последних два сундучка у нас. Давайте посмотрим. Так, не особо, конечно, прет в данный момент. Ай-яй-яй, в основном шоколадки, ребята, да, выпадают? Ну что же, теперь давай-ка мы посмотрим, можем ли мы с вами сделать... Ух ты! Можем, еще как! Знаете, что жалко, ребят, что я не могу, вот я делаю всегда по одному. Разработчикам стоило бы, знаете, о чем подумать? Например, у меня есть, ну, грубо говоря, 6 консерв, да? Вот я их сразу здесь выставляю и делаю себе 2 пакетика с кровью, чтобы вот так вот постоянно не тыркать. Раздражает, если честно... За столько времени игры вот все время накликать именно сюда. И у нас еще 7 шоколадок. Это значит, у нас будет 2 газировки уже готовы. Хотя с газировкой пока проблем у меня особых нету. Ну ладно, давайте все равно сделаем. Потратим. И дальше продолжим с вами апать Глена. Отлично. Так, идем сюда. И давай-ка мы его... И он получит еще 2 уровня у нас. Угу. Еще 2 уровня. И, ребятушки, останется 3 левела ему поднять, и он будет фулкой. Будет полностью прапанный. Так, 12-й, да? Эх, елки-палки. Ну, мы можем сделать флягу ему, да, и газировку. Хотя, подожди-ка, у нас же вроде бы выпал хлеб. Секунду, давай-ка я посмотрю. Я должен лично в этом убедиться. Есть ли у нас хлеб? У нас хлеб... Так, подожди. У нас хлеба только 2. Слушай, а если я вот так вот сделаю? Ну, предположим, ребят, да? И, например, вот сюда поставлю таблетки. Что у нас получится? Ну-ка. У нас получилась консерва. У нас всего 2 консервы, блин, а нужно 3. Ай-яй-яй, не получается дальше никак, хоть ты тресни. Ну ладно, придется немножечко нам потерпеть. Так, а я хотел, знаете, что сделать? Я хотел... Продать ненужный нам хлам. А это вот выхлоп и прутья. Они нам точно не нужны. Все, кстати, здесь можно тоже порох. Ой, ты посмотри, сколько у нас таблеток. Елки-палки, их что, солить нам? Нет, продадим. Продадим, конечно же, с вами. Сколько сможем, сколько денег хватит. Вот и все. 23 тысячи. Ну, этого мало. Ну что же. Для чего сегодняшняя серия у нас? Ну, естественно, ребята, мы с вами идем на лигу. Ёлки-палки, я еще ниже. На 8 уровне я. На 8 этапе. На 8 месте. Но это все поправимо, потому что будем сейчас отвоевывать наше место в топе. И поехали. Будем вначале смотреть, как у нас здесь пойдут дела. О-оу. Не-н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 е. Слушай, это было круто. Сможет ли... Снайперша? Да сможет, он горит потихоньку. Да, нифига себе. Довольно сильная была армия, состоящая чисто из полицейских. Так, а вот тут-то что у нас получится? Жух! Замечательно, что-то он там тыкал-тыкал, ты-ты-ты-ты, и ничего у него не получилось, потому что мы его разобрали. Упс, ай, по красоте, да конечно, куда вам тягаться с моим легким солдатом? Сосунки, куда? Всех разорвали, замечательно.
Ну что же, а у нас с вами четвертый этап. Пум! Прикинь, он всего лишь один здесь был, не знаю почему. Но он получил свои сладкие люли. А вот здесь вот, ребята, не айс, хотя погоди-ка. Блин, чтобы он гранату... Давай, давай, снайперша. Вот здесь, в принципе, все легкие, да? Ну, получи и распишись. Молодец, гренадир бросил гранату, и снайперша взорвалась. Ой, опять здесь один... Ох ты, консерва, ребята, выпала. А нам как раз не хватало, да, вроде бы одной штуки, чтобы мы могли с вами сделать кровь донорскую. Ну, да ну, не гори! Да ёпрсте, ну как же так, а? Ну как вот так можно было, ребята, лопухнуть? Сейчас снайперша, к сожалению, застрелит наш. Да, она застрелила и не поморщилась. Блин. Чё за фигня-то? Эй, чё за фигня? Эй! Я так... Ну давай, давай! Твою ж дивизию, ну... Какого хрена моя снайперша, блин, мажет, а? На, блин, получи. Ух. Ну, мы здесь, ребята, должны разрулить. На. Черт подери. Да, 7 побед из 9. Но я все равно, ребята, я отобью эти две победушки. Но сначала, конечно же, нам нужно... Что? Нам нужно, ребята, прапаться. У нас вроде бы консерва выпала одна, поэтому мы создаем с вами... Так, секунду, я же ничего не путаю. Нет, я ничего не путаю, все у нас хорошо. Прикольно, да? Прямо во время боя нам выпала консерва. То есть мы с вами сделали пакетик с кровью. А это означает, что мы с вами сейчас прапаем еще на один уровень нашего Глена. Где он? Глен, ну что же, я тебя поздравляю, ты получаешь у нас 13 уровень. Еще 2 левела, и он будет фул. Так, дайте-ка я ему заранее сюда поставлю. Так, нам еще... А как раз у меня хватает, смотрите, у меня еще там одна газировка, да? И... Ну, фляжек у меня этих много. И вот единственное, что нам не хватает, это именно донорская кровь. А это с ней у нас какие-то, честно говоря, большущие просто проблемы. Ну да ладно, ничего страшного, ребята, мы с вами продолжаем. У нас тут Маркус и Геймер Мун 25. Я думаю, что мы начнем, пожалуй, с Геймера Муна. Так... Ну-ка, на этот раз у нас должно все получиться. Почти, ребята. Ух ты, опять консерва выпала. Отлично просто. Ну, брось гранату, пожалуйста. Гренадиры, брось гранату. Ну, брось гранату. Вот так вот. Куда ты пошел-то? Да куда ты там отвлекаешься-то? Давай бомби этого. Ать. Ой, ребята, а вот это, по-моему, плохо. Мы не успеем застрелить. К сожалению, как бы не хотели бы этого, а. Сейчас, естественно, потухло все и нас расстреляли. Хорошо, давай предположим, мы еще разок сыграем, да? Только я немножечко сделаю по-другому. А знаете что? Я поставлю гренадира вот сюда, а механика вот сюда. Посмотрим. Геймер Мун, поехали. Будет ли от этого толк? От этого офигенный, ребята, толк. Это я вам точно говорю. Этому хана. Ну и снайпершу тоже застрелили. Отлично, один бой мы с вами отыграли. Ну что же, у нас последний. И мы смотрим с вами. Ну хорош, 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 давай прогружайся быстрее. Что такое, в чем проблема, загрузка. Опять на сервере какие-то ошибки, наверное, да? Так, вроде бы прогрузилось. Ну что же, у нас Маркус. Давайте, ребята, попробуем этого Маркуса забомбить. Упс. Ай-яй-яй-яй-яй. Два стрелка. Это очень плохо, ребята. Даже гренадир, наверное, здесь не успеет. Не успел, к сожалению, он... Да что ж ты будешь делать-то? Кстати, подождите, а разве тогда был у него вот этот вот кэп? По-моему, не было. Ладно, не имеет значения. Значит так, он решил взять нас хитростью. Ладно, мы тогда будем тоже делать хитро. Это вот сюда мы поставим, наверное, с вами гренадира. Блин, я ничего не путаю. По-моему, так должно быть, да? Проверим сейчас. А ну-ка себе. Блин, я уже где-то эту картину видел. Он, ребята, стоит наверху. Нам надо наверх перемещать его. Вот что я хотел сказать вам. А я немножечко ошибся, я думал, что он будет посередине. Нет, к сожалению, он не посередине. Наверху. Наверху, и причем довольно-таки далеко он стоит у нас, да? Сейчас мы это дело с вами быстренько исправим.
Так, вот сюда у нас идет гренадир. А вот сюда мы поставим с вами механика. Ну что, я думаю, что тактика должна сработать. На 100%. Оу! Ну все, 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 хорош, хорош. Давай, снайперша, убивай ее и нечего ему там... Бич! Да. Ну что, я скажу вам, хорошо у нас тут получилось. Все, ребята, мы с вами отыграли все уровни. Забрали все возможное золото, которое здесь давалось нам. Мы с вами на первом месте. И я думаю, что продержимся мы здесь довольно-таки долго. Ну что же, основная цель у меня поставлена, да? Мы с вами прокачиваем Глена. Ну, а кого дальше? Это, ребята, все... Кстати, а почему это у меня... Почему это у меня коктейль Молотов не прокачан? Это непорядок. Верно? Ха, странно. Все было прокачано, а коктейль Молотова нет. Кто-то говорил, качай Кэрол и будешь благодарен. Так я тебе скажу одно. Кэрол-то у меня уже давным-давно прокачано. Ты проснулся, наверное, слишком поздно или смотрел слишком раннюю еще серию. Кэрол у меня по фулочке прокачана, все у нее на троечке. Но, как видишь, я ей не пользуюсь, не играю. Ладно. Ребятушки, вы пишите мне в комментах, кого мы будем качать после Глена. Кто-то говорил, что Пайпер, в принципе, неплохая. Ну, не знаю. Не знаю, напишите мне, ребята, в чем у нее преимущество. Нет, она, конечно, может что, уклониться. Вероятность уклона от удара, но не от выстрела, я так понимаю. И также она отталкивает противника. Я так понимаю, отталкивает она противника так же, как и Марины. Я сейчас, ребята, лично должен в этом убедиться и посмотреть. Марина у нас тоже, по-моему, пинает. Да где он у меня, елки-палки? Так, я что-то не понял, где... А, вот он. Да, ребята... Марины тоже у нас отталкивают, это довольно неплохо и, в принципе, должно зайти. И вот все у меня руки чешутся именно на Чопера. Именно его посмотреть, блин. Я не знаю, он, в принципе, как для первого уровня, у него здоровье 121. Да, 121. Сравним, предположим. Ты посмотри, да? У Чопера на первом уровне 121 здоровье. У нашего легкого солдата... На 15 уровне 117 здоровья. То есть, это что у нас получается? Это просто бизонище должен получиться какой-то. Так, урон 25, удача 43. Урон 25, 43, 45, 43. Ну, ребята, урон и удача, конечно, у него будет побольше. Но не забывайте, что это все-таки 15 уровень. Но по здоровью легкий солдат, конечно, отстает. А, кстати, давайте-ка посмотрим, у нас же еще есть щитоносец. Он, кстати, тоже 15 уровня. 160. Слушайте, я думаю, что Чоппер примерно будет где-то такого же уровня. Ну, 15 я имею в виду. И у него где-то 160, да? Это сколько? 15 уровней умножаем на 3. Короче, получается 42 здоровья. Прибавляем 21, получается 163. 163 здоровья. А сколько у нашего этого? Да, Чоппер будет чуть-чуть покруче, чуть-чуть. Ну ладно, ребятушки, мы это с вами потом как-нибудь в дальнейшем увидим. Ну а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Рэй. И до новых скорых видосиков. Удачи вам!